Как и 15 лет назад, эта песня по-прежнему взрывает зрительные залы. Певица Акула, она же Оксана Подщепа, одна из ярких представительниц музыки 90-х. На этой сцене не впервые, поэтому и с публикой на «ты». Стась, снимай кепочку, вот сюда давай сейчас придумаем, куда класть. Смотри. И куртку снимай. Я хочу, чтобы тебе стало жарко не от того, что на тебе одежда. Планка не менее известна, особенно в Татарстане. В Набережных Челнах она как дома, причем в буквальном смысле. Публика же принимает землячку как родную. Публика встретила замечательно, просто вообще воодушевленно, потому что многие знают, что я на самом деле родилась в Челнах и начинала свой творческий путь именно в Челнах. Вот. Но планкой я встала в Москве, когда переехала туда, поэтому... Все меня любят, и я всех очень люблю. «Дискач 90-х» – популярное шоу, проводится в разных городах России. В Набережных Челнах оно проходило при поддержке радио «Нефтехим», которое вещает на волнах «Ретро-ФМ» 105.1. Сегодняшняя супер «Дискач 90-х» показал, что люди любят ретро-музыку, потому что это все-таки популярность, это золотые хиты, это душевность, это энергия. И сегодня было действительно круто, здорово. Люди на самом деле отжигали, веселились от души. Звезды просто прекрасно выступили. Ну, на самом деле, мероприятие удалось на славу. Друзья, «Ретро-ФМ» любит вас. Чем примечателен этот «Дискач 90-х»? Впервые на одной сцене встретились такие исполнители, как Акула, Планка, Демо и Вирус. За многие годы эта звездная компания впервые собралась в таком составе. С 2011 года у группы Демо новая солистка. Дарья Победоносова поделилась с нами своими предпочтениями в музыке. Я вообще меломан, я могу слушать оперу, я могу слушать Стинга, очень люблю, люблю Носкова, очень люблю какой-нибудь рок, лаунж какой-нибудь, в зависимости от настроения на самом деле. Зрители покорно поднимали свои ручки и держали солнышко в руках. На танцполе царила беззаботная молодость, только музыка, танцы и любовь. С этими словами и ассоциируется любой «Дискач 90-х». Алмаз Кашаев, Айрат Салимов, Лейсан Саитова, телеканал «Нефтехим».